уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». В сегодняшнем видео, точнее это будет ряд видео, снятый по рецептам с сайта «Азбука Винокура». Ссылочка на сайт будет внизу под видео, а также смотрите в всплывающем окне. Итак, сегодня мы готовим в нашем совместном проекте бородинскую настойку. Для приготовления нам понадобится литр самогона. Ну, крепость, кому какая нравится. Я себе выбираю 50 градусов. Это уже на ваше усмотрение. Нам понадобится тмин 3 грамма, ну, чуть больше чайной ложки, 4 грамма кориандра и перловая крупа. Перловка вот у меня среднего обжарки, порядком 7-8 грамм, но тоже это все в пределах чайных ложек. И чуть побольше, 10 грамм сильно обжаренной перловки. Все эти ингредиенты надо перемолоть, истолочь, кому как удобно, и засыпать. Итак, приступаем к тому, чтобы измолоть. Я буду использовать ступочку, но вы можете мясорубку. Какое желание у вас будет. Не слишком мелко, извините. А ингредиенты крупно смолотые. Ну, кориандр с тмином я смешал изначально в ступке. Запах обалденный от специй. Ну, как-то вот так вот. Крупу перловую. Ну, я перемолол вот так. Что-то перемололось, что-то не перемололось в ступочке. Здесь у нас тоже однородное. Все. И теперь засыпаем все это в баночку. Взбалтываем все это, перемешиваем тщательно, чтобы все разошлось равномерно. Закрываем крышкой и убираем на 7-10 дней. Ну, я думаю, что наш напиток к 9 мая само то будет готов. Прошло 8 дней. Наша бородинская приобрела цвет, аромат. Сейчас мы ее процедим через вот такой вот импровизированный ватно-марлевый фильтр и дадим еще сутки отдохнуть. Переливаем аккуратно, чтобы излишки осадка не попали, меньше фильтровалось. Сейчас я проведу еще одну фильтрацию, залью ее в бутылочку и уберу до завтра. Повторную фильтрацию, заливку в бутыль, я провожу при помощи обычного кофейного фильтра и уложенного, там внизу не видно, ватного тампона. И она уже, и она практически покапельно очищается. Ну, для сравнения, здесь все-таки есть небольшая мутноватость, а здесь она уже почище. Итак, наша настойка отдохнула сутки в темном месте. Бутылочку
эту я разопью вечером с друзьями. То, что у меня не вошло, мы сейчас с вами продегустируем. Сегодня праздник, День Победы. Поэтому, дорогие друзья, всех поздравляю с этим замечательным днем. Давайте вспомним своих дедов, бабушек, которые защищали нашу Родину. Живым здоровья, кого уже нету, просто помянем. А ничего так, вкусно. Чувствуется тмин, кориандр. Запах такой хлебный, бородинский. Настоечка довольно-таки вкусная. На этом все. Спасибо за то, что смотрите мой канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки, если не понравилось. И рекомендую еще раз посетить сайт Азбуки Винокура.